Всем привет! Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Автоматику нам отключили. Вот. Задвижку закрыли. Воду с клапана слили. Сейчас пойдем сольем оттуда и росители будем менять. Тут непонятно, и на фум подмотано, и на лен подмотано. Что было, то было. Что было, то было. Или, может, меняли что-то. Тут сколько? 6 было начать. Вот так. 100 штук сколько их, Андрюх? 70. 70 штук. Нас когда-то Кеша Югослав учил ставить вот эти перемычки вдоль трубы. Не знаю, почему так правильно. В принципе, без разницы. Кирилл говорил, ставить в шахматном порядке. Один вдоль, один следующий. Один так, один да, так. Да, да. Я помню, даже где-то на каком-то объекте крутили. Один так, один так. Да. А Кеша нас учил вот так их ставить. Не дождались, блядь. Такой кадр мне. В экран открыли, да? Ну ладно. Короче, здесь еще росители вниз, под вентиляцией есть. Как-то так. Ну, нехуй тут показывать. Сюда, да, не нужен. Сюда не нужен? Ну, как ты думаешь? Вот как ты думаешь? Сюда нет. Зачем сюда тогда ему шапку вот эту, чтобы он струя бил вот так? А карнизник там будет. У стены. А туда не нужен? Нихуя. Вот карнизный роситель. С гринчерами нас тормознули, значит, будем мы тут чинить эту насосную. Значит, что нам предстоит? Замена насосов, так как они слегка умерли. Так обслуживали их жестко, что заклинившие. Ну, значит, тут решено замена этих насосов. Да эти нижние хули вы их закрываете? Смысла нет закрывать. Потому что мы будем там разбалчивать и все. Вот. Ну, в первую очередь, короче, мы будем менять насосы. Новые насосы сейчас увидите. Они ни хрена, естественно, не подходят. Совсем другие. И частично произойдет замена этих, блядь, труб. Они вообще не хотели менять. То есть, типа, подварить. Ну, что тут, блядь? Ну, как это, блядь? Как это, блядь, называется? То есть тут меняем, тут уже не меняем. Тут вообще по уму, ну, все поменять. И тут, короче, она еще и неправильно сделана через жопу. И они хоть дадут слово сказать, хоть минуту, блядь, не пошуметь. Них... Значит, по ходу пьесы, сейчас все увидим. Кабеля придется тоже нам откидывать. В первую очередь его надо обесточить. Автоматы нам отключили. Скотчем приклеили. Да. Проверяем отсутствие напряжения. Вот так. Вот так. Понял? Потом вот так. Как так военный. Тебя вчера учил. Как этот военный. Так, по чуть-чуть. Да вроде расфланцовывай, потому что не факт, что задвижки держат. Ну, понятно. Если задвижки не держат, у нас целая проблема. Пусть сойдет давление и проверять. Все болты не откидывайте. Наверное, мы назовем этот ролик «Насосная по дешману». Тут меняй, тут не меняй. Вот так вот его сделаем. Знаешь, для чего это, Анатолий Евгеньевич? Не знаешь? Вот если какой-то долбоеб там автомат включит, так он сразу коротнет и выбьет. А если они будут вот так вот растопырены, он его включит, ничего не произойдет. И ты подойдешь, коснешься, и тебя ебанет!
Логично? Ну все, вот с полумуфта. Дай эту монтажку. Потом... Да не, надо открутить тут тоже, бля. Что? Вот это. Она откручивается. Насос полегче. Вот тебе сейчас заносить по ступенькам, блядь. О, как он держит? На чем не держится? Не, нет, там, вон, там кронштейн такой крепкий стоит. Там. Ну тут она еще будет держать на этом насосе. Там кронштейн еще пересидит. Ну пока будет держаться на этом насосе. Смотри, сейчас мы этот насос выдергиваем, никуда она не упадет. Потом, когда будем выдергивать вот этот, мы вот туда, под тот вот верхний кронштейн, там подложим. Прокладка и держит, конечно. Да ебать, хорош, давай снимем. Слышь, стой, сейчас. Катушку. Я просто не сильно хочу ее снимать, сейчас сразу высоту просмотрим. Ну, я так... Чуть-чуть так, да, я тогда замерял, тот насос ниже. Это куда не металл? Не знаю. Мы здесь оставим, а там хозяева найдут. А то я туда. Если концов не будет, давай. Пусть полежит. Да, грязи тут, конечно, ну, они же стоят. Его не крутили, не знаю, года три, наверное, точно никто не крутил. Нет. Что умер? Нет. Ну, конечно, его в хорошую мастерскую и восстановить можно. Можно перебрать, конечно, сальники только. Ну что, откидывай, я тут второй тоже снимаю. Покури, иди, бля, что ты сразу взялся-то? И уже большое дело сделал, понимаешь? Это демонтаж. Бля. Сейчас я кабеля откину, снимем второй и потом будем волочь как-то те новые сюда, хрен его знает. Вот под тот кронштейн надо будет что-то подложить. Потом нам возможно вообще его срезать и передвигать сюда вправо. Потому что нам туда надо будет катушки вставлять. Крокодилами, а вот капля, я уже думал, там одна оставалась у нас. Ну, 89-й, это они маленькие, я думаю. А что там, мы разве магистраль 89-ю мы ставили? Вроде все как раз под счет. Не, одна оставалась, точно я помню. Ну, хотя бы как времянку ее использовать. Вот струбциной за балку и зацепим ее потом. То, что этот кронштейн придется срезать. Но он все равно не держит. Да, он, да, все равно в воздухе. Ты там его... тянешь, она будет хотя бы хоть что-то держать. Ну, она еще висит вот и на... Который отвод идет на поштехнику. Ну, да. Да пошел. О, видишь. О, все, кожу. Давай. Сейчас, наверное, так же засовываем, потому что его здесь поднимать надо. В это ухо пролезет этот лом. Сниму удобнее еще будет. Сниму удобнее. Давай. Так, подожди, нам надо здесь задирать его. Подожди, я не стал нормально. Дай сюда. Давай. Подожди. Нам надо его поднимать. Только смотри, чтобы не перевесили один на один. Чтобы на меня не поехал. Придержи его. Берите одинаково его. Хуй, подожди. Давай, пошли. Все, давай, опускай. Болгарочку убираем. День два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Все. А, ты
ты его приподнял. Да, да, да. Лампочки хорошие, может, что сгодятся. Резиновые. Это свежие. Это старые. Это на эра. Что-то, что-то они тут вот это вот колбасили. О, смотри, там сколько тоже грязи. Вот там, блядь, еще. Давно его просто не обслуживали, да? Оно бы прогнало все. Мне больше всего прикалывает вот этот кран 65-й. Нахрена он здесь вообще нужен? Да, как раз сейчас откачает. Хорошо, дренаж еще работает. Слили, но это осталось вот в этом и в этом куске. А это на пошмашины, там не там. Не должно. Стоит здесь кран. Потом. Потом вот еще кран, ах, какого-то хера. А здесь, где надо, здесь нету, блядь. Давай вдвоем. Мы можем еще демонтировать, вот, вот так обрезать. Снять мы не можем, так как там вода и запитывается в здание. Пока до сюда. Потом уже отключать здание или что. Дай бог еще эти водоканаловские задвижки держат. А может и не держат, хуй его знает. Потом заменить вот эту порнуху надо будет, потому что здесь сотая труба, здесь 150-я, потом опять переходит в сотку. Короче, полная хуйня. Мы здесь доведем уже до этих задвижек, так как арматура остается. Так как арматура остается, то уже придется доводить сюда 159-м диаметром. Этот вот и этот вот. Ну, короче, кто-то здесь мудрил какую-то хуйню. Развернем, чтобы движок был сюда сзади, да? Да, 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 да. Так же разворачиваем. Крепок еще, говорит, старенький. Эти ступеньки выебали весь мост тут и там. Твой почище, этот грязный совсем. Давно, давно тут не включали насос. Короче, как мы и предполагали, надо переделывать. Все равно всю насосную прогресс не наебешь. Сейчас надо пильнуть. Вот эту хуйню. Если переживаешь, что зажмет диск, лучше вот так вот надрез сделать. А его по-любому бы зажало. Прямо оно соединилось.
Ну там вот внизу. Ну что, сейчас разбалчиваем эту задвижку, чтобы легче, чтобы оно все вместе не упало у нас по половинке. Эту половину и эту половину. Все, блядь, сука, капает прямо. Ну капает, оно всюду дырявое, конечно, капает. Дырявое. Вот туда он сейчас хочет уже задвижки ставить. Куда? То не эконом варианта уже. Вот на ту, где капает. Задвижки? Ну, он, видимо, подумал и решил, что так будет правильно. Конечно, задвижек там вот куча, знаете. Вот сейчас нам надо бы перекрыть ее, блядь, а где-то ее перекрыть. А нет, надо все здание перекрывать. Из-за этой хуйни. Ну или более эконом вариант переварить врезку выше. Выше той задвижки. Тогда можно сейчас вот так рубить. Да, вот так и рубим, чтобы потом проще было демонтировать. То ее всю целиком снимать. Что, ты задвижки эти не оставишь, что ли? Нет. Мы ж вводы будем менять, вот. Верхнюю часть будем менять. Ну, пока они будут, пока. Потом, ну, когда решится вопрос. Разговариваем, а ты где-то в облаках летаешь. Я знаю, что будем. Я думал, вот здесь. Задвижки мы оставляем, здесь обрезаем, и он обваривает такие хуйни, это остается даже не разбалчиваем. Скажешь, вы мне не говорили. Вот аж оттуда вместе с тем куском 150-й трубы. Видишь, латка у тебя на голову капает. Это в самом начале. Ну. Я просто здесь... А смысл нам оставлять вот это вот? Ну это я помню там. Мы также начинали только задвижки менять в итоге вместе с насосами до самого ввода. Там остался один водосигнальный клапан старый. Все. Значит, если задвижки хорошие, фирменные, так они хорошие. И вот здесь давление есть, и она держит. Все, поехали. Врубай музон! Сей момент! Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Сейчас я с нее срежу вот этот огрызок. А, нам с ней фланцы срезать еще. Вот сюда ее
Бывает. Первый раз, что ли, видишь? Нет, ну людям показать. Что людям? Нет, людям вот надо показывать врезки, блядь, на сотую трубу, сделанные в 150. Толя, если захочешь, то лучше после сварки зачистить. Так, болгарка у нас вчера одна умерла, привезли другую. Хилька. Облагораживаем фланца. Да, должно было упасть. Должно, здесь не такой большой объем. А ну закрой. Счетчик хуярит. Вижу, да, счетчик. Значит, так, значит, факир был пьян, фокус не удался, бля. Счетчик хуярит. Значит, вот отсюда поддавливает там. Не, оттуда она не может давить. Значит, она. Вот так, обратно. Может, вот это, значит, не держит. Если она вот так, может она... через ту базу что закрыли. Тут может быть все что угодно, знаешь что? Потому что. А почему хуй, я не понимаю? Не должен. Это вот, не должен. Я закрываю вот тут. Ну подожди, сейчас еще раз открою, если начнет крутиться. Крутится, начинает сразу крутиться. Все, закрывай. Значит, она где-то пиздячит по кругу, минуя этот ввод. И, короче, блядь, придется тут все здание, блядь, отключать, как-то вообще все сливать вместе с этой, потому что может и эта задвижка не держать, она как байпасная, она получается с другого ввода, вот она взята, блядь, и она запитана прям напрямую мимо насосной. Разбор хуярит. Как он хуярит, сейчас будем разбираться, но я думаю, что придется все сливать. Ладно, пойдем. Так, вот пусть он... подсохнет, потом придем, будем здесь прихватывать. Ну, на этом мы пока закончим этот ролик. Спасибо за внимание. Всем пока, всем здоровья. В следующем ролике вы увидите... Что-то криво. Нихуя не криво, ровно. Пожар где-то, да? Да. Когда пожары, к нам подписчики почему-то прибавляются. Два демона, блядь. Как ты сказал, Чук и Гек? Нет, Биба и Боба, блядь. Чук и Гек. Чук и Гек, это точно. Чук и Гек. Дикин Берифин. Вот да? Если они за день раз в пять не переругаются, чуть не до драки, то я просто не всегда камеру включаю.